Друзья, ну все в порядке, доброе утречко я вам. Выгрузились мы с фирмы, как я предполагал, все было закрыто, то есть, ну, сказали утречком выгружаться. Ну, вот такое время, даже где-то с полседьмого, без 15:07 меня пригласили на площадочку, я уже был подготовленный, и это самое... Ну как подготовленный, поснимал все эти вот цепи, которые там крепежи, для того, чтобы было просто снять это все без всяких заминки. Так, загрузку дали нам, даже две у меня загрузки, и будем ехать в Италию за Милан. Ну вот такое, как обычно. Значит, мы становимся на маршрут Австрия-Италия. Так, если помните, мы выезжали вот здесь, с левой стороны, но теперь мы поедем прямо. Вступите дорогу, что-то я не пойму кто, ну короче, ладно, круговое движение везде, но главное как бы считается. Так что будем ехать. Ну, наверное, да, той самой дорогой будем выезжать, как мы и заезжали, скорее всего. Только вот здесь улочка вот эта вот другая. Тоже, видите, как бы такую промзону. Рабочая и все. Как я и говорил, вот здесь на следующем повороте поверните налево. Веселее. Затем на следующем повороте поверните направо. На следующем повороте такое дело поверните уже налево. Затем на следующем повороте поверните направо. Пустым гораздо веселей ехать. На следующем повороте поверните направо. Вот такое вот. Не знаю, у меня веса то ли правильно, то ли нет. Показывает, может, надо как-то обнулить их. Ждем. Ладно, пока красный горит. Не знаю, там дополнительная стрелка горит, но поехали, наверное. Можно или не можно. То есть, вернее, на светофоре как бы дополнительная стоит для стрелки, но самого направления как бы нет. Ну, ладно. Так, у нас 8 часов 44 минуты, находимся мы Грац, друзья. Сегодня у нас 9 число, февраль месяц, и за бортом плюс 2. Ну, такое вот, как бы сказать, в принципе, плюс это радует, но дело в том, что где-то чуть выше пойдем, там будет снежочек. Через 100 метров поверните. А пустому, тем более, когда я вот сейчас не загружен, ну, тяжеловато будет ехать, где-то вот на подъемчиках каша будет, и такая вот, это будем пробуксывать. Через 50 метров поверните. До загрузки у меня 50 налево. Километров, ну, я думаю, что прорвемся мы как-то. Можно, конечно, было бы и его прямо поехать, вот как поехал дальше он, грузовичок, но не знаю. Надо было, наверное, так и сделать, скорее всего. Прокатились бы, глянули. Ну. Как-то так. Кстати, за мной полиция едет. Без мигалок. Проедьте 1,2 километра. Кстати, читаю по новостям, значит, в Австрии, по-моему, с сегодняшнего или да, с 9 числа
вроде бы как ослабили здесь у них вот эти вот карантинные действия все. Там то ли какие-то театры, музеи или что-то открывается все, но наоборот усилили для внешних, то есть как бы вот этих туристов, то есть внутреннее открывается все, а вот для границы, я что, даже вчера удивился, кстати, проезжали когда контроль, и каждую машину показывал, ну, на границе спрашивали, ну, документ у меня, то есть у меня транзитный, либо это самое, но у меня была чисто в Австрию выгрузка. Вот, ну как бы ничего. Так же самое и грузовые, отдельно пасом, легковых тоже проверяли. То есть если бы просто цель визита путешествовать, ну я думаю, вас бы просто завернули назад бы, да и все. Так что, друзья, кто-то если как-то желает какие-то вот движения сделать именно в плане путешествия, ну надо читать, согласовывать. Где-то вот это. Вот такие моменты. Так. Ну что, мы в принципе, ну, выезжаем, да, той же самой дорогой. Сейчас спустимся в туннели, по туннелю будем ехать. Погода показывает, что сегодня целый день будет такой вот, именно такая мокрая погода, но благо то, что плюсовая. Держитесь правее. Ну вот так вот, 4 метра высота, вот можно было поверху, но видите, мы спускаемся вниз. Проедьте 1,2 километра. И длина его составляет 1,5 километра. Ладно, мы пока отключаемся. Так, выехали мы, но... А что у нас сзади? Ну, в принципе, видите, как не тронули они местные вот эти вот все домики, чтобы там не газовали и машинки не проезжали нормально. Все это, чтобы было. Зеленый, гори. Отличненько. Ну, вот так вот мы выезжаем с Граца. Понятно, это не весь град, это не вся его там центр и его классная часть, посмотреть бы. Но для себя какой-то задел, хотя бы даже можно было где-то запарковаться, если же получается в этом районе где-то выгрузка. Вот как раз вот эти моменты. Опа, вступить надо дорогу. Падает все так. Знак. Для себя эти все моменты. Ух ты, как я близко возле столбика проехал. Чтобы потом, может быть, там поближе к центру, как говорится, где-то в промзоне стоять, понятно, будет без каких-либо удобств. Ну, удобства, думаю, там уже сами себе как-то организуем. Вот. Но главное погулять, побродить и поставить очередную галочку в посещении. Прогулки по городочку, ну это как в планах. Так, нам выходить налево. Ну такая вот погодка, но мы пока едем, друзья. Через 100 метров держитесь левее. Друзья, ну вот такие красоты еще, опять же, да, съехал я на 64-ю дорогу на синем фоне. Так сказать, она не, это не маленькая, но, в принципе, видите, нормальная. Ну, я к чему хочу сказать. Исходя из тех ландшафтов, которые здесь присущи этому, делают такую картинку, конечно, красивую. Я понимаю, это да, зима, это сейчас такой вот снег, пороша идет. Но, опять же, такие как поля, как они, если они обрабатываются, то они обрабатывают и специально сделали так, чтобы по ним удобно было ездить техники. Справа пилорама виднеется. Ну, в основном здесь такие хвойные породы, то есть мягкая часть.
не скажу, чтобы там дубы какие-то росли здесь или там ясени. Вот. Ну такая хвоя, да, согласен. За бортом 0 градусов, 430 метров. Так, будем объезжать по второму. Ага, не, мы по прямой пойдем. На втором съезде на кольце. Что-то строится, вот уже выставляют шпалы. Бетонные такие вот, ну как бы, опоры. Через 100 метров въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя второй съезд. Какие-то будут склады, может что-то будет. А потом сэндвич-панелями такими будут закрываться, утепляться. Это все это быстро собирается и как-то так. Но для этого нужно основу сейчас сделать. 2 километра. Тут же сады мы видим. Да, интересно. ЖД-колея, то есть, значит, где-то что-то здесь подвозят. Просто так не будут ветку делать. Металлика слева написано. Да, я собрал такой вот за собой караван небольшой там. Ну, если где-то будет. Вот здесь бы, конечно, можно было прижаться, пропустить бы всех. Мы видим предприятие справа и, наверное, слева, скорее всего. Ну, какие-то мощности есть здесь. Интерспарк. Кто-то меня спрашивал, в чем разница, ну, евро какой-то или какой-то спарк. Честно, не знаю даже. На дороге с круговым движением. В чем у них разница? Используя первый съезд. Справа еще там делается, вернее, прямо. Дорога выше направо, на 72-ю, вот знак. Проедьте 2 километра. Надпись такая стояла, как раз Siemens, там Magna, еще какие-то фирмы, предприятия работают здесь. Вот так вот. Ну и здесь же, видите, сады какие-то, опять же, и слева уже жилое, жилые домики. Где-то радарчик здесь, ну, нет уже, там стоял. Нам 10 километров до загрузочки первой, а всего у меня 2. Сады, сады, смотрите, слева, да, вот так вот и... Справа смотришь, и опять же слева. И такая вот ширина, ну там я даже до краю даже не вижу. Вот так вот. Все чинно и благородно, молодцы.
едем дальше.